добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемый Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я, соответственно, должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег. Правительство продолжит работу в штатном режиме, и я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и видеосвязи с вами, Владимир Ильич, по всем основным вопросам. А в качестве временно исполняющего обязанности предлагаю кандидатуру Андрея Ревовича Белоусова. Уважаемый Михаил Владимирович, то, что происходит сейчас с вами, может произойти с каждым. Я всегда об этом говорю. Вы человек очень активный. Хочу вас поблагодарить за работу, которая была проделана до сих пор. Вы и члены правительства, администрации президента, коллеги из администрации президента, безусловно, находятся в зоне особого риска, потому что как бы не ограничивать себя в контактах, при выработке и принятии решений, все равно без прямого общения с людьми, с коллегами не обойтись. И здесь, конечно, нет ничего удивительного, но хочу вас заверить, хочу вам сказать, что, надеюсь, вы будете оставаться в такой же хорошей рабочей форме и будете принимать самое активное участие в выработке тех решений, о которых мы говорили, в том числе на совещании сегодня, по поддержке граждан, по поддержке экономики в целом и отдельных ее отраслей, особенно пострадавших в последнее время в связи с этим коронавирусом, будете не только принимать участие в выработке этих решений, но и, хочу вам сказать, без вашего мнения, без вашего участия эти окончательные решения не будут приниматься. Я хочу вам пожелать выздоровления. Как можно быстрее поправляйтесь.